Ленинским мировым судом города Иваново вынесен приговор в отношении женщины, которая жестоко обращалась со своим сыном. 11-летнего мальчика она запирала в холодном погребе, где он проводил иногда даже не по одному дню. Другой излюбленной материнской пыткой было привязывание сына к кровати. В итоге суд приговорил женщину к 1 году исправительных работ. 10% от ее заработка будет удержано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Преступление так бы и осталось незамеченным, латентным, если бы соседи не обнаружили. Обнаружили две соседки, что мальчик звал на помощь и просил покушать.